Что, ребяточки, всем привет! Сегодня будет нереальная заруба. Мой клан Holdic Team против клана Russia Image. У меня давно не было шоу-матча на канале. Мой последний шоу-матч был 4 месяца назад. И пора возвращать эту рубрику, дорогие друзья. Хотя после этого я уже в трех шоу-матчах участвовал, только не на своем канале. Ребяточки, прошлый шоу-матч набрал 10 тысяч лайков. Давайте так, если этот собирает 15 тысяч лайков, значит, я продолжаю записывать подобные выпуски. И в комментариях напишите, кому предложить следующему, какому ютуберу, возможно, против Saints, возможно, против клана Boeing Peppies, возможно, VCQ. Кого вы хотели бы видеть у меня в следующем шоу-матче, обязательно предлагайте. А я обязательно сделаю про это в следующий раз в выпуске, если этот ролик наберет 15 тысяч лайков. Ну а также, ребят, ссылочка на всех моих тиммейтов будет в описании. Обязательно подпишитесь на них, поддержите, потому что они просто невероятные молодцы. Мы очень постарались. Первая серия вышла на канале Russia. Вы могли ее уже видеть на карте Провинция. А сегодня будет продолжение на карте Sandstone. И как мы на ней сыграли, сейчас узнаете. Всем приятного просмотра. Поехали к видосу. Ребяточки, всем привет. Это шоу-матч. Это клан Холдика против клана Russia. Со мной Виртуоз, Ритерио, Бустардинг, Батя Матвей и... Ритерио, братик! Ну что, ребята, стартует очередной шоу-матчик против клана Холдика. На этот раз у него какой-то сегодня нереальный состав. Ну что, let's go, поехали. Да, будет очень опасно. Но у нас тоже сегодня не менее сильный состав. Surfacing. Surfacing, я же правильно сказал, Максимка? Да, да, да. Я, это уже 90% успеха. Доминиров, Фризе и Манга. Колонны. Уже играем, парни. Короче, ладно, let's go, киберспорт. Блин. Я думаю, это... Да. Манга на 7 хп, ты что гонишь? Мэнчик. Да, да. Ладно, а мне с гранаты на колоннах дали. Тихо. А, меня через стену убили. На А кто-то останется или мне остаться? Это Б. Перетягивайся. Да, под Б есть Тёмка. Я Тёмку заберу, Тёмку заберу. Он... Я понял. Да. Ай, Рашик мне голову повесил, 89. Да, хорошо. Ну, ГГ, у меня еще призит на 5-м блюстаксе, вонючим. Фуф! Первый раунд за нами, но мы за КТ играем, поэтому пока нам будет попроще. Я возьму дроп и сяду в апы. Ладно, ничего, нормально. Отдать пистолетку, выиграть игру, парни. Ну, это знаменитый закон. Кто пода идет, дайте в апку. Сейчас ап будет кушать. Давай, дам. Приседать или нет? Не-не-не, просто встать. Вот так? Давайте координируйте кто-то ПЖ, я тут явно не мастер игры. Вы тут легенда или кто? Давай на... О! Бэ пушит, ланг пушит. Забрал. Хорошо. Ланг пушит, там примите дом. Ой-ой-ой-ой, манга надо. Дайте хаешку апы. Подожди, бро, подожди. По-моему, апы никого дом. Нет. Дом один. Я в пленту стою, в сайт. Да, апа чисто, ребят. Апа есть, да, я под апы стану. Он прочекал. Да, под нами. Давай, я уже перетянулся. Двое, коннектор еще. Кон, помогите! Йо, зачем я делаю это? Я не попадаю. Одного дал. Как же лагает 5-й блюстакс, господи. Забрал. Мы начинаем за слабую сторону, камбэк, но неизбежен. Хорошо! Вообще, мы за Т должны хотя бы раундов 5 взять, и будет классно. Так, я стану, я с дробью, могу карман, могу Тёмку. Мы очень плохо разговариваем, сразу говорю. Окей, я тогда Тёмку. Тёмку мид буду чекать. Что-то на миду вообще никого нет. Для подожди, на поздних таймингах сейчас пикнуть, чувствую, брат, жопой. Хорошо, твоя жопа это важно. Да. Брат, я проставил свою жопу, пошли. Я чекну мид, пойду. Мид чисто. Да, парни, аккуратно. Давайте от минуса играем чисто. Одного, второго, третьего, туда-сюда. Предлагаю сплетануть мид Б. Идут Б. О, добавить, забрал, правильно? Меня разменяли резко. Ага, на подсаде сидит Виртуоз с Савиком, сидит. Чекните мид, пожалуйста. Да, мид прошли. Я забрал двоих забрал. Пацан. Я уже пушу, пора. Спина Холдик! Да забей просто, кому дать, что дать.
Но. ГГ. Хочешь наказать училку? На GG-шке это возможно, ведь там сейчас вышло школьное обновление на пакости математички и поднимайся в списке двоечников. Или же помогай ей и возвышайся в списке отличников. Призы достанутся и тем, и другим. Но в этот раз победители получат в разы больше голды. Чем выше ты в топе, тем круче приз. А чтобы залутать энергию, открывай новые школьные кейсы. Один из них доступен тебе уже сейчас бесплатно по моему коду. Быстрее лутай его. Также мой промо даст тебе дополнительный прокрут на барабане-пулемете, где есть множество топовых призов. Залетай в обновленное окно пополнений, выбирай любую удобную страну и сразу же увидишь все бонусы и удобные способы оплаты для твоего региона. И даже тут тебе поможет мой промокод, который дает плюс 20% к депу. Также получай газировку за каждое зачисление, и трудовик превратит стеклотару в топовые скины. А за домашку отныне можно будет лутать голду. Задания здесь очень простые. Залетай по ссылочке в закрепленном комментарии, ведь после GG-шки тебе будет чем похвастаться в школе. 3-0, ладно, слушайте, ну... Уверенно идем, ребята, сейчас соберемся, все будет. Я дам эс очко. Я пойду апы займу. Фору даем, так, фору давайте, даем. Давайте, стойте, давайте, короче, по пескам попробуем зарашить. В колено сразу, ну, 2-3 хае киньте и заходим пески всей толпой. У меня нет хае. Давайте так попробуем. Давай. А много. Фонтан кушает, парни. Да, пул. Буду принимать второй ход. Там принимать, скорее всего, будут. Ну, сейчас тоже принимайте их. Да, есть. Он с первой вешает, я не понимаю. Все, забрал. Засейвите им по возможности, пожалуйста. Они под апами прошли? Они апы не заходят. Они апы не заходят? Забрал. Спина. Над вами, парни. Еще ритер в спине. Ритер в спине. Он на фонтане. Ба, мангана с дробью в кишке сидит. Блин, вот ставить, не ставить. А, ритер, он был на фонтане. Лонг, хорош. Отлично. Все, пацаны, первый есть, найс. Ладно, НТ. Да, можно, в принципе, по сути, точно так же сделать, потому что тактика у нас так себе вышла. И можно еще раз попробовать. Мидл чисто. Ай-яй-яй-яй, прострелили меня на миду, ё-мой. Двое сверху, двое, мин, ребята. 75 мид. Хорошо. Одного забрал. Флэш дал сверху. Убивайте дробовик. Сейчас я его сожгу. Ребята, осторожно, не пушьте. А, в доме, чел, в доме. Накоцал, да, меня, да, сильно дал. Да, блин. Ой, темно. Плохо. Господи! Хорошо. Я не понимаю вообще ничего. 10 утра, алло, проснись. Дурак, Денис, блин. Блин, Денис, да ё. Надо дом занимать, ребята. И апы смотреть с колонн сразу же, моментально. Может, под бой попробуем сходить? Чё мы теряем? У нас все равно раундов еще много. Теряем раунд? Батя, останься на этом, на Б. С одного забрал? Я сдох. Понял. Вам бы вместе сыграть? А мы вдвоем? Дайте инфу, куда стягиваться? Вам, конечно, лучше пода идти, потому что там холдик. Погнали. Они перетянутся. А нет. Апы. Да, пода, бегу. Идет второй ход. Мне кажется, он либо коннектор, либо под тобой где. И мне флохов скид. Хороший, найс, рабочая. Забрал? Между. Да, я сказал под. Ааа, 46. Где? На тобой. Ай! 46 ему дал. Найс! Лучший. Я понял. Ну, просто инфа была по мне, я вот это не люблю, как такое. Ладно, я возьму спас. Я возьму Тёмку со спасом. Давай, выйди. О, какая попка. Ну, пиксель. Апа. 9. Ладно, хорошо. Поджать. Сайта, заходим, я в сайт уже. Ну, ё-моё, ну, не пикайте, ну что вы делаете? Это А, парни. Перетягивайся. Тихо. А, уже Тёмка. Ой, кишка, я понял. Забрал, я ставлю, еще одного. Ставлю, пода. Господи, какой пятый плюс так слагучий! Нанах. Ох ты, нихрена себе. Тихо, на время, не открывайтесь, парни. НТ. Хорошо. Давайте сравняться, парни. Еще раунд. А где вы умираете? Почему вы умираете? Можно не. Тайминги просрал, мину, бутово. Ой, я закупился, когда не было денег. Кайф. Там прям топ. Тёмку забрал. Тёмка 2, еще один Тёмка. Второй еще сверху. Забрал. О, какие карман. Один карман. Блять, запушил. Я его давно просветил в кармане. Тихо, блин. Тихо, звук. Найс!
Хорошо, виртуозик. О, топ. Что? МТ, брат, МТ. Минус 72. Тактика мангана. Let's go, попробуем Б, парни. Я займу верх. Я займу верх, я с прицелкой. Че, это Б, да? Бать, останься на А. Ой-ой-ой! Кейсы и еще сидит в пленту возле бочки сидит в пленту. Да ё, мангана с дробью в тёмке. Минус 60. Отвали ты! Прострелите манган, он справа стоит. Хорош, хорош, хорош. Жесть просто, мангана с такие эти засаживается, блин. Позиции. Фиг пройдешь. Надо какой-нибудь ЭК делать сейчас, на самом деле. Блин, я уже закупился. А, да, в доме сидит, в доме, да, трое дом. Не пикайте, не пикайте. Все, я броню взял. Забрал Риттера. Надо проходить, проходить, проходить. Еще кишка, еще кишка. Тёмка, Тёмка. Ой, убил Тёмку. Еще один. Тёмка еще, да, чел. Тихо, тихо. Тёмка, мидл, Тёмка, мидл. Спина, как? Спина. Ваня слева. Ой-ой-ой-ой-ой, разменяйте. Хорош. Да, есть, есть, есть. Хорош. Не мотались, пожалуйста. Вы что, пушите опять, я не пойму. Кустардин, как ты умер? Я пикал. Пода, пода, пода. Ой-ой-ой, я слепой, слепой, слепой. Опять пушит. Под коврами. Я боюсь, я не пойду. Двое на виду. Забрал манган. Саша. Опал. Дай! Звук. Тихо, инфу. Сидит, сидит, справа, в доме. Наверху, скорее всего, уже. А можешь ты? Пожалуйста, Риттер вонючий! Уйди в вискию обратно! Можешь, Риттер, пожалуйста! Все, нормально, бро, подсоедини мышку, прошу, не играй на руле. Парни, плохо, плохо, надо камбэкать. Надо камбэкать, надо забирать. Так, раскиды под Б. Пода. Пода? Да. Один на Б, дом Б. Не пикай, кто там в кармане? Братишка, ну. Близко? Да, по мне есть. Хорошо. Ай, ап, есть хайлик. Все, тихо, 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 не пушьте его. А где он был, где он был? Ну, с первой. Ну, с первой в голову. Не, ну это Unreal какой-то вообще. Ладно, окей, шансы на камбэк есть, пока нормально еще. Скорее всего, в коробке. Ой, ну офигеть, ну откуда он знал, что я тут? А инфу, Саша, инфу говорить! Тебя совсем другой убил, не я. Какая разница? Так ты скажи, откуда тебя убили? У меня по хайлику инфы не было. А, пода. Хорош. Вот, хорошо. Ремикс лучший. Ой-ой-ой, ну куда ж ты так, ну бать. Забрал. Сейчас минус, скорее всего, будет. Попал ему. Минус 50. Да меня слева еще стреляют. Ну, парни, ну сорян, ну я вообще такую херню делаю. Оу, найсики, найсики. Блин, да, ну да, тут не я, влез, конечно, в дверной проем, короче. Я, конечно, вообще это как лох галимый, не показывай. Давайте на варсе толпой. А, меня запушили, пацаны, вы меня разменяли как мясо, я понял. Все. Да, ну меня пиксель выбивает, у них два человека. У меня каждую секунду просто, у меня каждую секунду лагает Блюстакс, парни, это нереально. Оу, ребзи! Это просто лютый. Все, парни, пик, давайте. Пик. Сам за КТ сейчас даем камбэк. Я тычку дал. Я Тёмку накоцал, ты, тихо. Ты я спалил пачку на Б. Проходи, Риттер, КТ. Спалился я перетягом на А. Вон обратно на Б. Да, ушел, пода. Я слышу. Забрал. Не то чтобы я готов с ним стреляться. Убил. Холдинг дает с первой. На Б иду. А, он живой? Это холдик, не слей ему. 17. Ай, ёп, забей. Лучший. Да уж, холдик даже киллы дает. У него не лагает Блюстакс. Холдик лучше тебя даже играет. Да. Давайте эко сделаем, да. На, тишина. Ну, на мусорке сидел у них чувак. О, погнали. Лучше, пода выбили. Вы выживете там, или они вываливаются прям? Хорош. А, с двух сторон. Апы. Надо идти, пойдем. Идти, ап. А чего? Да йоу. Двигаемся. Еще ап, еще ап. Лаз девять. На. Ладно. Я стану вот этот пиксель, Тёмку буду чекать. Там чел часто отвлекает ее. Ай, да, блин, стоит в пикселе. Дом есть. Дом, да. Да боже, не убил. Ах, 60, минус 60.
последний один. Найс, ребят. Я взял спас и хае, все, поехали. Вот он, да. Бегу. Да, это блин! Одного успел только убить. Еще. А, под флешку. А, меня хаешка, что? Сваншотил хаешку он в меня. Бегу. Точно под Б? Да. Я через лонг пойду. Лазает, пески лаз. Это вообще... Ой-ой-ой. Началось. Тёмка. Справа, справа. Тёмка. Хорош. А, он стоит. Да. Так, ладно, парни, давайте в аккурат. Сейчас я тоже начну играть, и все будет хорошо, давайте. Откуда? Бро, Риттер, я думал, ты взял Б. Ладно. Чё он тебя за стеной убил? Да блин. Он лонг. Ах! Так, блин, как-то вы рассыпались все, вообще непонятно. Найс. Да осторожно, Тёмку, там чел хорошо ее пикает. Мид был. Ну, лучше его там пикать, наверное. Двое. Холдику 31 дал, второму еще тоже дал. Еще! Хорош! Лучше! Слушай, как же мне Хайлик надоел? Хайлик постоянно смотрит... Брат, это драба Хайлик, ну понятное дело. Забрал. Йоу, май гад. Давайте похалдим, аккуратно, выбьем одного, выбьем второго, потом зайдем. Охренеть, вы хае с халы. Агрессивный пуш какой-то у них под Б, слышь? Да. С дробовиками еще. Пропушили коробу, взяли уже, ребят, это Б, скорее всего. Стягиваюсь на. Да блин! Не пикай его. Да. Кто-то АП чекает мне или нет? АП нет. Хорошо. Не, да, ну да. Что за тайминги просто? Ох, парни, плохо. Как же плохо, блин. И денег нету, ё-моё. Не идите Тёмку ПЖ, давайте выбьем. Я стану пиксель Тёмку чекать. Лонг пропушил кто-то. Капец ты наглый, Денис. М-ку можешь взять. Не боишься даже. Дом. Лонг, скорее всего, карман. Я возьму мид. Кто мы? Мы КТшники! Мы воины! Как зига? Вы чё гоните? Как зига? Я дам... Дам кон этот молик. Нормально, зато... Блин, почти минус 2. Ай, он есть! Став. Один в сайде, другой девятка. Справа! Хорош. Девятка. Холдик остался. А, нет, не холдик. Ай-яй-яй. Хорошо! Пустургин машина просто! Слушай, хана они умно играют. Я не знаю, я оценить таких мувиков не видел. Дымы какие-то раскидывают, байтят, я не знаю. Да, он ушел, на КТ пошел перетягиваться. Мид уже прошли. ББ, лонг будет. Кто в раме? Минус 50. Убил. Лонг, Б буду заходить, похоже. У меня не будет закупа вообще. Да, один КТ. Не попал ни разу, 29. Давайте, парни, собрались. Мы все можем, мы мощные. Второй ход надо пройти, есть один пиксель. Один пиксель, коробка стоит под апами. Это Б, о, А будет, что ли? А. Да. Хорош, я стягиваюсь. А, двое мид. Да ну он меня сразу принял, блин. Я фол. Ребра. 65 снял. Жить с тобой. Хорошо, Ритерио. Тихо, парни, давайте, камбэк 5 мид раундов опять. И все. Мотивацию надо поднять! Лонг есть. Тёмка есть, ребята! Не открывайтесь! Осторожно, я дам хае в гробы. Залетаем. Пачка не у меня. Забрал. Так а нахера? Ну, господи, ну что? Тихо. Не пикай, погоди. Тёмка. А он у меня трепнулся. Тихо. КТ. Хорошо! Найсики! Yes! Ну что, ребяточки, надеюсь, вам видосик понравился. Это было нереально круто. Блин, мне так понравилось играть в шоу-матч. Надеюсь, вам тоже видос понравился и вы досмотрели его до конца. Давайте наберем на этом ролике 15 000 лайков. И я обязательно сниму продолжение уже с каким-то другим кланом.
Напишите, кого вызвать на шоу-матч в следующий выпуск, и обязательно сделаю такой ролик для вас. Ну а отблагодарить мою крутую команду вы можете, просто подписавшись на всех парней, которые будут в описании, потому что они нереальные молодцы. Я с ними апал ММ-ку и с ними же затащил шоу-матч. Это было реально эпично. Увидимся. До новых встреч. Пока.